Контроль за иностранцами и лицами без гражданства, подлежащих депортации. Важная составляющая безопасности региона. 31 декабря в Октябрьском районе глава области посетил центр содержания тех, кто будет в принудительном порядке выдворен за пределы Российской Федерации. С 1 января 2014-го содержать иностранных граждан, подлежащих выдворению за пределы страны, будет Федеральная миграционная служба. В соответствии с указом президента, около месяца назад в регионе начали готовить специальное помещение. Губернатор Александр Михайлов обеспокоен сроками, поэтому даже несмотря на праздник, выехал на место и лично проинспектировал стройку в селе Авдеево Октябрьского района. У нас есть надо здесь сейчас. И вот эта ударная неделя должна быть. Значит, надо как-то взяться, провести одно крыло, наверное, в порядок, а дальше, чтобы уже работа-то пошла. Чаще всего не соблюдают российский закон граждане Узбекистана, а вообще нелегалы приезжают к нам из 20 стран. За этот год совместно с органами внутренних дел вынесено судами 215 решений о выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан. 157 человек уже отправлены были из 217 на родину. Для жителей Октябрьского района центр – это новые рабочие места. Повара, врачи, санитары, охрана, переводчики. Около 50 селян будут трудоустроены. 12 человек уже получили работу. Специалисты отметили, средняя заработная плата составит порядка 25 тысяч рублей. Центр разместился в здании бывшей школы. На его реконструкцию из казны региона потратили порядка 17 миллионов рублей. Он рассчитан на 45 человек. Я думаю, что дней 10, надо максимум 12, чтобы работу эту закончить. В принципе, ну я думаю, что это решаемый вопрос. У кого-то будут праздники, а здесь будет строительный такой бум, штурм. Если он состоится, значит, до 15 числа это учреждение начнет функционировать уже в полном объеме. Глава региона пообещал держать вопрос на личном контроле. Ирина Шашкова, Геннадий Воробьев, телеканал «Сейм».